Всем доброго времени суток. В апреле 93 года вышла не только World Heroes 2, но и игра под названием Tao Taido. Выпустила ее студия Video System, эксклюзивно для аркадных автоматов. Студия эта знаменита в первую очередь серией скролл-шутеров Aero Fighters, которые я проходил в рамках своего месяца забытых шмапов. И давайте сразу обговорим. Tao Taido — это один из самых странных, идиотских и кривых файтингов, которые я когда-либо встречал. Управление состоит всего из двух кнопок действия. Для удара рукой и ногой соответственно. Однако у персонажей гораздо больше ударов, нежели один на каждую кнопку. От чего это зависит, я так и не понял. То ли от расстояния, то ли от нажатия направлений, фиг знает. Самое главное в управлении — это выполнение спешлов. Для того, чтобы их сделать, нужно зажать обе кнопки действия. Тогда ваш персонаж начнет заряжаться. Затем нужно отпустить эти кнопки и одновременно нажать одно из восьми направлений. И только тогда ваш персонаж сделает спешл. Сила этого спешла варьируется в зависимости от силы заряда. Мало того, что сама идея глупая, так и полученный результат тоже крайне идиотский. Просто посмотрите на эту хрень, и мне не надо ничего объяснять. Thank you.
Еще стоит отметить возможность запрыгивать врагу за спину во время его атаки. Но от чего это зависит, опять же, не совсем понятно. Вроде надо нажать вперед и удар в момент атаки, но это далеко не всегда работает. Сложность поначалу была довольно высокой. Уже на третьем оппоненте комп начал просто в наглую жульничать, а именно двигаться вперед, не выходя из блока. Однако вскоре вскрылась одна глупая и интересная особенность игры. Если бросить монетку и нажать старт, то вам полностью восстановят здоровье. Таким образом, пройти игру не составит вообще никакого труда. К тому же в игре есть возможность играть вдвоем против компа. Сюжеты персонажей я описывать не буду, ибо не было никакого желания вникать в этот сумасшедший дом. Но, к счастью, игра и сама этого не хочет, ибо индивидуальных консолок в игре нет. Так что про персонажей и говорить нечего. А сюжет банален до нельзя. 8 рандомных личностей собрались на турнир, чтобы постичь тайны древнего искусства Тао Тайду, которое по итогу окажется фуфлом. Презентация игры минимальная, графика по большей части посредственная, музыка тоже. Радует только несколько изобретательных задних фонов. В остальном все очень посредственно. Не ужасно, но посредственно. По итогу я могу поставить игре 1 балл из 10. И то за возможность играть вдвоем против компа. Это просто тихий ужас. Играть в это можно только чтобы охренеть от местной боевки и придурковатых персонажей. Хотя я вам уже все самое интересное и так показал. Единственное, что стоит еще отметить, это тот факт, что один из персонажей потом засветился в игре Aero Fighters 3. Причем в той концовке он делает явную отсылку на Тао Тайду. Так что можно сказать, что действо в этих играх происходит в одной вселенной. Ну а у меня на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите проект, ссылки в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!